По-татарски простились с Андреем Авдеевым, погибшим в ходе военных действий на Украине. Он родился в Казачьем мысе в 1976 году, а профессиональное образование получил в Татарске в училище номер 52. Андрей Геннадьевич до конца исполнил свой долг, до конца остался верен присяге и погиб как герой. Светлая память нашему земляку. За то, чтобы мы жили в мире, развивались, наши герои отдают свою жизнь. И сегодня вот как раз такой случай. Безусловно, мы его не забудем. Никогда не забудем Андрея, воина нашего, солдата русского. Его будут помнить и через памятник, и через мемориальные плиты на школе, и через память родных и близких людей, и через память тех, кто сегодня, молодежь, стоит здесь. Получив профессиональное образование, Андрей Авдеев долгое время жил и работал в Татарске, а позже трудился сварщиком на севере. Он без колебаний отправился в зону проведения специальной военной операции, считая это своей обязанностью. Андрей ушел из жизни при исполнении воинского долга 3 апреля.